Привет, девчоночки. В душ сходила, голову помыла, еще не сушила. Как вам и обещала, продолжаем с вами худеть. С утра встала, выпила 3 стакана воды. После душа вот семена льна. Сейчас я их буду разжевывать и запивать кефиром. Не мелкие. У нас сегодня облачно, темно. Окно открыло проветрить. Холодно. Сейчас знаете, что буду делать? Буду варить красный постный борщ. Консервой. Пойду куплю скумбрию. Будем варить борщ. А то знаете, какая бы я голодная ни легла, утром я есть не хочу. Пока овсянку еще не заваривала. Попозже. Сейчас кефир выпью. Семечка не прилипает к зубам. Знаете, я уже когда-то их вот так вот пропивала. Реально, знаете, как живот, даже бока позападали. Это клетчатка, они выводят токсины, шлаки. Оно очень хорошо на желудочно-кишечный тракт действует. Очень хорошо. Сегодня снова сейчас сварим борщ, борщец. Надо будет позаниматься. Хоть каких-то 10 минут. Нужно потихоньку уделять. Потому что без физического, как правильно сказать, воздействия ничего не будет. Сейчас схожу на улицу, посмотрю, какая обстановка на улице. Походу, смотрю, с окна очень открыла на проветривание. Открыла кухню и открыла балкон. Вышла с душа. Сквозняк такой, аж свистит. Так я балкон оставила, а кухню закрыла. Так что, девчоночки, вы со мной? Ой, сейчас пойду на улицу. Подписывайтесь. Пишите, подсказывайте. Встретимся еще сегодня.